небольшой ночной клуб вот тут вот. Пацаны танцуют. Я только что заглянула туда внутрь, там большое здание, такое все в голубой дымке. Такие все веселые. И вот тут вот обязательно стоят полицейские. Коль это ночной клуб, вот полицейские стоят и бдят. Вот один стоит, и вот второй стоит рядышком. Вот он маленький такой полицейский. На всякий случай. Тишина, покой. Мы видели пьяных сегодня, но все равно все люди нормальные, все люди веселые. Никакой гадости, никаких понтов, никаких выдребонов, как вот мы только сейчас сидели и разговаривали, как у нас напьются в нашей стране, и все, и пошло-поехало. Девчонки все как одна матюкаются, как я не знаю, пацаны там пальцы веером строят. Тут нормальные, тут даже если не подпели, они начинают танцевать, смеяться. Нормальные, просто нормальные американцы. Вообще американцы, у них крови нет того, чтобы ругаться, там, драться. Они, конечно, не без этого случается. И в семье случается, вся как бы. Но тем не менее, основная масса просто так ругаться, там, драться от фонаря, там, ходить пальцы веером строить. Никто этого делать не будет. Все добродушно. Вот сейчас 11:30 ночи. Если не без 15-12.